Тюльпань, тюльпань, что с тебе вырочни? Март еще юж от тыгодня, так и не март. Зембу не миешь, коллегу вчёж биешь. О, дюре маш в найновших споднях. Все так. Нет еще не вне, что ze mnie вырочни. Грушки на вязве, чи шлифки на сотне. Нет еще не вне, и нет еще не доде. Хоть боже фильм тен, там трохи подпове. Польская телевизия представляет фильм серии «Тюхтя. Что ты за створение?» Соправдного тюхтю познаешь у бяде. Для тюхті. Ад кого? Ад моєго приятеля зі школи Веспасіяна. Ён вельми хворий. Бягу. І я з тобою. Може спотребиться допомога жаби. Може допомогти тільки корень радоці. Але де його знайти, ведає тільки злий чараунік Радакот. Радакот чи Радакрот? Яка розниця? Для Веспасіяна я достану гэта корень навіть з жарала вулькана. Ай-ой, чухте, які ти цудовний, саправди. Лепш, каб чараўнік цябе не бачыў, пачакай тут, добра? Ха-ха-ха, некий тюхтяваты. Шановный Радакот, я пришел. Я ведаю, на во что ты пришел. Я тебе скажу, где корень Радоцы, коли принесешь мне зачарованную перлину, якая лежит на дне глубокого озера. Кветка Радоцы мне так само придастся. Милым его не назовешь. Девчаты, может, ведаете, где знайти зачарованную перлину? Это тюхтя, да поможем ему? Перлину можно знайти для дьявольской скалы. Дякуй. Все равно не знайдешь корень. Радоция растет только на храских болотах. Ха-ха, только коли ты жаба. Стой, далее я пойду одна. На болоте головные зграбные ноги. Вообще все. Яму допомогла жаба. Мабыть, думаешь, что он вельми спрытный. Ты не похвалился, что у тебя такая милая сябровка. Отдай кветку. Не-не, не отдам.
Не треба. Что зим такое? Может, вспомнил, что не выключил пресс? Тюхтя, завтра идем гулять у футбол! Это дякуючи тебе, славной Тюхте и милой жабцы. Як вам отдячить? Дробязи. Тюхтя, что с тобой? Что с тювока трапило? Так-так, соправдых сябров познают у бяде. Еще я!